Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я хочу познакомить тебя с проектом One Game. Это целый виртуальный мир, который принял в себе эти прелести технологии блокчейна, на которой он основан. Этот мир децентрализован, в нем есть транзакции, токены. One Game не имеет какого-то строгого геймплея или же цели. Это просто открытая игровая платформа, в которой есть только создатели платформы и игроки. Этот проект позволяет буквально создавать собственную реальность. Как вы видите, идет таймер, который отсчитывает время до краудсейла. Все 11 дней до завершения. Поэтому успевайте присоединиться к данному проекту. Итак, что же отличает One Game от иных игровых компаний? Во-первых, это децентрализация. Контроль и развитие проекта полностью представлены его экосистемой. То, что сделает в этом виртуальном мире пользователь, будет только его результатом. Во-вторых, алгоритмы консенсуса. Так как этот проект основан на технологии блокчейн, он имеет технологии консенсуса, которые преображают эту платформу и делают ее честнее. В-третьих, есть токены внутри системы, есть токены OGT, которые играют роль в развитии экосистемы. На этот раз интересно отметить, что существует особый тип игровых активов. Это неигровые персонажи, NPC. В отличие от персонажей аватара, отправляемых непосредственно игроками, NPC оживают с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и обучения геймеров и могут присоединяться к различным играм, созданным разработчиками. Далее будет описана интеграция алгоритмов искусственного интеллекта. Далее это в следующем видеообзоре. В этом видеообзоре я не буду на этом останавливаться, потому что это очень большая тема. Сейчас же я хотел вам рассказать о команде. О команде я хотел сказать немного. Только то, что вы видите на сайте всех членов команды, вы можете зайти на их социальную сеть в LinkedIn, просто кликнув сюда. Перемещайтесь на их страничку, изучайте профиль, смотрите, что же это за люди, можете с ними пообщаться, если, конечно же, вам этого захочется. Как вы видите, у всех есть небольшое описание и у всех есть страничка на LinkedIn. Также представлены советники и также у них присутствует LinkedIn. Также хотелось бы рассказать о параметрах ICO. Как я уже говорил, символ токена у нас OGT. Сейчас я выйду тогда на ICO на сайте и покажу вам наглядно. Я вернулся на ICO, чтобы вам было нагляднее видно. Токен OGT, вот как это пишется. Как мы видим, у них не могут участвовать Китай, Америка, Северная Корея и Сингапур. Также представлено общее количество токенов и конец публичной продажи 20 августа. Как я вам и говорил, осталось чуть больше 11 дней. На этом мой первый видеообзор подходит к завершению. В следующем видеообзоре я уже вам сказал, какая будет тема, поэтому ждите его, чтобы узнать больше подробностей о данном проекте. А я же на этом с вами прощаюсь. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании и присоединяться к данному проекту. Всего доброго и до новых встреч!